Евгении Медведевой в ноябре исполнилось 22 года, и я не перестаю поражаться этой девушке, которая благодаря упорству и дисциплине сделала себе карьеру в большом спорте. Но даже у Евгении порой не хватает сил для того, чтобы справляться с трудностями, и ей приходится искать поддержку со стороны. Фигуристка призналась, что при подготовке номеров к ледниковому периоду приходилось порой заниматься до 3 часов ночи, и сил совсем не оставалось. Евгения просто сидела и плакала. Можно с уверенностью сказать, что у Евгении был нервный срыв. Если бы не было поддержки, то она могла бы слететь с шоу или же сильно упасть в навыках катания на льду. Но этого не случилось, и все благодаря Дане Милохину, который, несмотря на свою простую и даже смазливую внешность, оказался очень сильным мужчиной, способным поддержать Медведеву в трудный период. Поддержка Милохина оказалась настолько полезна для Медведевой, что она даже расцвела и выглядела невероятно счастливой и обновленной. Так новый человек в жизни известной и невероятно талантливой фигуристки смог привнести в ее жизнь ярких красок и непередаваемых эмоций. По сути, Даня защитил Женю от сильного перегорания, которое рано или поздно могло ее ждать. А что вы думаете о влиянии Дани Милохина на жизнь Евгении Медведевой? И я говорю не о влиянии на карьеру или навыки катания на льду, а конкретно о влиянии на мироощущение фигуристки и ее человеческие качества. Пишите то, что думаете в комментариях. Спасибо за просмотр.